Спасибо, что присоединились ко мне сегодня на послании программирования Америки на принятие метки зверя. А где говорится о метке зверя и что это такое? О ней говорится в Откровении 13 главе с 15 по 18 стих. Мы прочитаем их. Здесь сказано о будущем лжепророке, который будет править землей с Антихристом. «И дано ему было вложить дух в образ зверя. Будет образ или статуя зверя, которая будет живой, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание, метка, на правую руку их или на чело, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его — 666. Прежде чем углубиться в это исследование, хочу поделиться с вами кое-чем интересным. Я считаю, что мы первое поколение в истории, которое по-настоящему может понять некоторые предсказания Библии, которые не могли понять наши отцы и деды. Я быстро пройдусь по ним. Откровение, 1 глава, 7 стих. «Христос вернется и узрит его всякое око». Как всякое око может узреть одного человека, если Земля — это 25 тысяч миль в окружности? Теперь ответ прост, и он здесь, благодаря технологиям и спутникам. Можно взять одно фото и передать его с задержкой в 4 секунды по всему миру. Я считаю, что именно так все и будет. Теперь мы понимаем. Другое место. Евангелие от Луки, 17 глава, 34 стих. Там сказано, что двое будут работать на поле, а двое будут спать. Когда эти слова прозвучали впервые, люди не представляли, насколько большой мир. Никто не знал, что разница во времени между США, которых тогда еще не было, и Израилем составляла 8 часов. Как двое могут быть в постели, а двое работать? В Израиле они все работали от рассвета до заката. Ответ прост. Иисус знал планету. Он знал, что во время его возвращения будут места, где люди будут работать, и места, где люди будут спать. Разные временные зоны. Теперь мы понимаем это. Вот третий стих Откровения, 17 и 18. «Тайна, Вавилон Великий, который будет уничтожен за один час. Когда Нерон, как говорят, поджег Великий цирк, рынок Рима, то он горел 6 дней. Как мог город во времена Иоанна быть уничтоженным за один час? Люди боялись дыма. Они не заходили в город. Но мы видим четкое время — один час. Во времена Иоанна это было невообразимо. Это был огромный город. Чтобы уничтожить такой город, нужно было много дней. Теперь же мы знаем, что ядерное оружие, сброшенное на Рим или на другой город, способно сравнять этот город с землей. А увидев облако радиации, люди испугаются. Вот почему Библия говорит, что все они встанут вдали, боясь дыма. Теперь мы можем это понять. Предыдущие поколения не могли. Далее, четвертое. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие о Царстве по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Теперь мы понимаем, как Евангелие может быть проповедано. Сначала люди садились на корабли, а потом на самолеты, но сейчас мы делимся им с вами через линзы камер. Вы можете находиться в Кливленде и при этом проповедовать Евангелие другим народам, не садясь на самолет или на корабль. Мы то поколение, которое может понять, как это будет происходить. Важный момент, на котором мы сконцентрируемся, это фрагмент из Откровения 13 главы, где сказано, что внезапно все получат метку, число, имя. Что это за идея о том, что все получат конкретные числа и номера? Даже во времена Римской империи было практически невозможно набить татуировки всем людям. Они жили в лесах, горах, в других местах, где было мало людей. Они не могли контролировать покупки и продажи с помощью этого. Сегодня мы с вами знаем, что все, что мы делаем, идет с номером. Номер социального страхования, пин-код, пароль, номер почтового ящика, номер автомобиля, номер телефона. 16 раз
разных номеров. И нас знают не по имени, а по номеру. Вы поняли, о чем я говорю? И вот что ждет нас в будущем. Я хочу, чтобы все обратили внимание на это. Важно, чтобы вы поняли это. В конце времен, как сказал Иоанн в Откровении, появится Седьмая Империя. Она просуществует короткое время. Ее поглотит Восьмая Империя. Антихрист и 10 царей. Во время скорби Седьмая Империя будет править первые 42 месяца, а Восьмая Империя, о которой говорится в Откровении 17 главе, будет править последние 42 месяца. И эта последняя империя — это система по контролю населения. Это система, которая будет контролировать человечество. Вся ее суть сводится к полному контролю. Будет одна религия. Если вы не будете частью религии Антихриста, то вас уберут с этой земли. Откровение 20 глава, 4 стих, говорит, что вам отрубят голову. Во времена Даниила, когда медиане и персы захватили Вавилон, у них был закон, который не мог меняться. Если медиане и персы издавали закон, и вы нарушали его, как это сделал Даниил своей молитвой, то что с вами делали? Бросали в ров со львами. Нарушение закона персов каралось смертью. В Римской империи военные силы использовались для подавления бунтов. Если кто-то бунтовал против Рима, то его просто арестовывали. Вас могли судить, если вы были гражданином Рима. Вас не могли убить без суда. Но вас могли убить, если вы сопротивлялись солдатам Рима. И далее третье. Нацисты отмечали евреев желтыми звездами. Их было 6 миллионов, и из них 1,5 миллиона были детьми. Их отправляли в концентрационные лагеря, где потом их и убивали. Это делал Гитлер. Нацисты. Третий рейх. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что происходит здесь. Это контроль над населением. Определение того, что делать с населением. Определение того, как уничтожать население. Мы видели это в мире. Мы знаем, что за 70 лет коммунизма десятки миллионов, не тысяч, а миллионов погибли, страдали от голода, сидели в тюрьмах, подвергались пыткам и гонениям, особенно если узнавали, что вы христианин. Сегодня одним из главных гонителей, и они не хотят, чтобы я говорил об этом, который арестовывает, пытает и отправляет в лагеря, является Китай. И если вы решите противиться их правительству, то вас ждут очень серьезные проблемы. Итак, появится система, в которой американцы, следующие за системой зверя, если мы будем поступать так, то, как говорит Библия, в конце времен все великие и малые, свободные рабы, то есть все, будут подчиняться этой системе. Тогда наступит время, когда у нас не будет личных свобод. У нас есть американская мечта. Ты работаешь, копишь деньги, вкладываешь в недвижимость, и сейчас все это облагают законами. Я не буду говорить об этом сегодня, потому что суть моего послания не об этом. Но я хочу, чтобы вы знали, над чем нужно взять контроль, чтобы пришла система зверя. Это важно для тех, кто живет в Америке, но и в других странах мира происходит то же самое. Первое, что нужно взять под контроль, так это банки. Нужно контролировать то, кто получает кредиты или нет. Сейчас правительство уменьшает стоимость серебра и золота. Учитывая все происходящее, серебро должно стоить на 5-10 долларов больше за унцию, а золото на 100-200 долларов больше. Посмотрите на корабли, которые не разгружают, на засухи в семи штатах, а также все проблемы, но правительство занижает стоимость серебра и золота. Рузвельт ввел закон во время Великой депрессии, запрещающий американцам владеть серебром и золотом. Вы могли владеть объемом на 100 долларов, а остальное нужно было сдать правительству.
они давали по 20 долларов за унцию, а потом правительство подняло цену до 35 долларов. Они сделали это потому, что американцы поняли, что бумажные деньги обесцениваются. Они начали вкладывать в драгоценные металлы. И то же самое происходит в Соединенных Штатах Америки сейчас. Мне нравится собирать монеты, и я слежу за этим. Во-вторых, должен быть установлен контроль над землей и обеспечением фермеров. Один из наших спикеров рассказал мне об этом. Так как это пойдет в эфир, я буду осторожен. Он рассказал, что один член его церкви, фермер с тысячами акров земли, получил письмо от правительства, в котором говорилось, «Если вы не будете вести хозяйскую деятельность на земле, мы дадим вам по 3000 долларов за акр». Мы видим голод на земле. Люди умирают с голоду в Африке. Кто-то сказал мне, «Перри, это не новость. Они платят фермерам, чтобы они не засевали землю». Многие фермеры говорят, «Это хорошая сделка. Я могу получить больше денег от них за то, что не буду работать, чем за то, если посею хоть что-то». Это часть новой зеленой сделки, потому что им нужна земля, которую не будут использовать. Все это связано. Ну а далее третье. Нужно контролировать воду в городах. В некоторых штатах из-за определенных рыб в источниках они прекращают подачу воды фермерам, которым нужна вода, чтобы выращивать урожаи. Вы рады, что мы не живем во времена динозавров? Тогда были бы люди, которые сказали вам, «Мы знаем, что тиранозавр забрался в ваш двор и съел ваших детей, но мы не можем убить его, потому что он в Красной книге». Людям нужна вода, так что пусть рыба плавает, но людям нужна вода. Люди очень бедные, они голодают, им нужна пища, а мы делаем такие глупости, пытаясь при этом контролировать подачу воды. Тьфу на вас! А после этого, как говорит Библия, наступит время, когда вы не сможете покупать и продавать без метки. Я не буду подробно говорить об этом, потому что это будет в эфире. Чуть позже я расскажу вам об этом. Первые 22 минуты выходят на фестивале Манны. А когда это время закончится, мы поаплодируем Господу. Я начну рассказывать о том, о чем не позволяют говорить нам на телевидении сегодня. Но я хочу сказать, что во времена ковида вы увидели, что если вы переболели, и у вас есть антитела, по логике, вы снова должны получить свободу, потому что у вас есть защита. Однако, сейчас мы видим лишь противопоставление вакцинированных и невакцинированных. И такое чувство, что если ты не вакцинирован, то ты враг народа и государства в целом. Мы видим, как это происходит повсюду. Вы сама. Вы видите разделение в этом. Как сказал Джон Килпатрик, вы видите превью того, что будет дальше, согласно книге Откровения. Последняя система будет установлена одним человеком. У него будет свой религиозный лидер, который создаст свою религию. Это будет лже-пророк. Об этом говорится в Откровении 13 главе. Они установят систему с 10 царями и странами. Это будут страны с военной мощью. Они объединятся под одним человеком. Это будет царство зверя. Зверь — это не его имя. У Даниила антихрист изображен в виде животного. Мы видим леопарда, медведя и льва. А вот почему Библия называет его зверем в книге Даниила. Он сравнивается с диким животным. А в Откровении 13 главе сказано, что система этого зверя похожа на медведя, леопарда и льва. Откуда это взято? Из книги Даниила. Даниил видел медведя, леопарда и льва. Это был Вавилон,
Медиане и персы. Это их империя. Антихрист захватит территорию бывших пророческих империй. Если вы посмотрите карту древнего Вавилона, Медиан и персов, и посмотрите на то, где они правили в те времена, то это будет местность десяти царей, в которой будет править Антихрист. Сейчас мы с вами углубимся в эту тему. Я поделюсь с вами вещами, которыми не делюсь в соцсетях или на телевидении. Мы поговорим о том, как сформируется система Антихриста. Мы поговорим о том, как Антихрист будет контролировать покупки и продажи еды и прочих вещей. Мы также поговорим о том, как проблемы со здоровьем в будущем будут использоваться для контроля над массами. Спасибо всем трем людям, которые поняли меня. Что происходит сейчас? Мы видим сейчас несколько вещей. Во-первых, мы видим принятие жизни без наличных. Далее, второе, мы видим принятие криптовалют. И, наконец, третье, специалисты говорят, чтобы мы готовились к цифровому кошельку. Что же все это означает, вы знаете? Мы начинаем избавляться от наличных. Сейчас есть целые страны, в числе которых и Китай, кстати, которые используют только телефон, связанный со счетом в банке. Наличных нет вообще. Я слышал это от местных жителей. В Китае есть места, где не нужно брать ничего, потому что система опознавания опознает твое лицо, а сканер отпечатка пальца подтверждает, что это твой счет. Ты поднимаешь телефон, кладешь руку, и деньги автоматически списываются. То же самое пытаются принести сейчас в Соединенные Штаты Америки. Не знаю, как вы, но когда я иду в магазин, и мне говорят, можете рассчитаться карточкой, я говорю так, спасибо, я заплачу наличными деньгами. Я не знаю, как пользоваться карточкой, да и не хочу знать. Просто если я попытаюсь использовать карточку, то протяну ее три раза, и с меня спишут три раза. Я не доверяю себе, и вопрос вовсе не в карточке. Далее у нас тема криптовалюты. Многие слышали о биткоине. После того, как биткоин стал популярным, появились новые монеты. Я сказал своим ребятам в офисе, я сделаю такую валюту, которая будет называться Perrycoin. Теперь вы сможете вложиться в Perrycoin. Но нет, конечно же, я не буду этого делать. Это так себе шутка. Не пишите мне никакие вопросы после этого. Как нам их купить? Perrycoin? Я не буду этого делать. Это криптовалюта, и большинство из вас знает, как она работает. Мы не будем вдаваться в подробности, но она использует телефоны и компьютеры. Криптовалюта опасна тем, что хакеры могут взломать ваш счет. Хакеры хотят, чтобы им платили криптовалютой, потому что ее нельзя отследить. Вот почему в Вашингтоне говорят о том, чтобы запретить ее вовсе. Китай уже пытается сделать это. Они говорят, что криптовалюту нужно запретить, чтобы хакеры не взламывали компьютеры людей и не просили выкупа в ней. Далее. Что такое цифровой кошелек? Это кошелек в вашем телефоне. Если вам платят, то секретарша просто заполняет данные, чтобы деньги сразу попали на счет. Без чеков, без снятия с банкомата. А потом деньги появляются у вас на телефоне. Проблема с этим вот какая. Что если электричество пропадет хотя бы на один месяц? Как вы снимете что-то с банка? Или что вам делать, если пришел ураган? Он может длиться две недели. А что делать с хакерами, которые постоянно воруют информацию? Все это проблемы, с которыми мы можем столкнуться в ближайшем будущем. Я подожду, пока закончится эфир, чтобы перейти к более спорным вопросам, но я хочу, чтобы вы поняли,
что, как мне кажется, в Соединенных Штатах Америки действуют силы, которые буквально пытаются разделить страну пополам. У нас всегда были либералы и консерваторы, демократы и республиканцы. Теперь же все стало намного серьезнее. Теперь у нас есть христиане и антихристиане. Некоторые пытаются воспользоваться текущей ситуацией просто потому, что они ненавидят христиан. Они решили, что у них появилась возможность избавиться от нас. Однако в истории бывали времена разделения. Я быстро расскажу о них. Первое великое разделение произошло в Первой Церкви по поводу обрезания. Евреи считали, что язычники должны обрезываться, а язычники говорили: «Нет, это для евреев». Это едва не разделило Церковь. Тогда они собрались в Иерусалиме и решили, что язычники не обязаны следовать традициям иудеев. Они решили этот вопрос, который едва не привел к разделению. Другое разделение было во времена Римской империи. Это интересно, потому что во времена Римской империи начали принимать все религии. Можно было пойти в храм к любому богу или богине, но так как христиане поклонялись в один день недели, а римляне считали, что работать нужно 7 дней, и христиане называли Иисуса своим царем и говорили, что их царство не от мира сего, римляне посчитали это атакой на правительство. Ни больше, ни меньше. Они начали арестовывать христиан. Как вы знаете, они пытали христиан в Колизее. Они делали это потому, что считали их врагами империи. И вот третий момент. В 3-м и 4-м столетии одной из главных проблем был раскол в церкви по поводу учения об Иисусе. Были люди, которые учили, что Он — ангел, который пришел во плоти. Также были люди, которые учили, что Он не был Сыном Божьим. И мы видим ересь, которая боролась с истиной, и это длилось очень много лет. И что же происходит? Мы видим разделение по поводу доктрин и учений сегодня, как и в те давние времена. И у меня есть еще что сказать. За 35 лет проведения глобального события, именно собрание этого года, все посетившие назвали лучшим. Бог побудил меня открыть новые пророческие данные, среди которых были послания, раскрывающие сатанинские замыслы, которые сейчас отвлекают вас. Все спикеры попали в цель стрелами Божьего откровения. В первый вечер я поделился скрытым посланием еврейского Нового года, 5782-го, а также 2022 года. Я расскажу вам, как номера стихов в Торе на самом деле совпадают с еврейскими годами исполнения этих предсказаний. Вы увидите это на нашем DVD. Это удивительное откровение. Существует новое демоническое начальство, которое доминирует в американской культуре и политике, и которое я раскрываю в послании «Третий исход» — борьба Америки с духом Рамзеса. Древняя история повторяется. Узнайте новые и древние шаблоны, которые повторяются сейчас в Америке. Послание, программируя американцев на принятие метки зверя, объясняет, как массы готовят прямо сейчас, чтобы они отдали свои свободы глобальной элите, которая будет использовать будущие моры, катастрофы и нехватки еды, чтобы захватить контроль. На основании древних историй Библии и моего личного опыта в послании, когда ловушка сатаны становится вашим худшим днем, мы разберем, как стратегии сатаны работают через людей, которые могут создать время испытаний. Исследуйте план врага, раскройте его мышление. И вы узнаете, как обратить решения, которые сатана принял против вас и вашей семьи. Мое 5-е послание называется «Величайшие тайны сатаны теперь раскрыты». Это то послание, которое ваш соперник не хочет, чтобы вы услышали. Это откровение изменило мою веру, надежду и придало сил. Вы должны услышать это слово. Джензен Франклин поделится словом под названием «Настало время написать следующую главу». Оставьте в прошлом
прошлое позади и напишите новое будущее после того, как услышите это слово от Бога. Томми Бейтс поделился с нами словом под названием «Ангелы идут». Это послание укрепит вас в вере. Услышав его, тысячи людей попадали на пол в слезах радости. Это слово освободит вас от страха и тревоги. Джон Килпатрик поделился словом под названием «Что если?» Готовы ли вы к заблуждению? Это то послание, в котором нуждается все тело Христово. Вы можете заказать 8 посланий на CD или DVD. Вы услышите нередактированные послания на CD и DVD. Но на DVD вы также увидите мои презентации. CD доступны за $55, а DVD за $95. Чтобы заказать диски, выбирайте предложение 21ME, CD или DVD. Заходите на наш сайт или звоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Можете не сомневаться, это один из лучших сборников, какой вы только слышали. Ваши пожертвования используются для того, чтобы фестиваль «Манны» выходил в эфир. Итак, заказывайте наше предложение 21ME. Это новое предложение, главное событие. Вы видели рекламу, но это не все. Когда я проповедую на телевидении, вы видите лишь фрагменты, лишь 20 минут проповеди. А за эти 20 минут я успеваю поделиться лишь вступлением и первым пунктом. Суть этих посланий излагается в последующие 30 и 40 минут. И когда вы закажете CD и DVD, то получите полные послания. Поэтому сделайте это. Если вы хотите, чтобы фестиваль «Манны» выходил по всему миру, то вы можете поддержать нас, заказав наши ресурсы. Я благодарен многим из вас, кто поддерживает нас. Вы написали нам сотни тысяч писем о том, как получили благословение благодаря нашему слову. Еще до того, как начать проповедовать, я понял, что Бог использует хрупкие сосуды. Иногда мы удивляемся тому, когда Бог использует слабое и неразумное. Он являет свою милость, любовь и благодать через слабость людей. Благодаря милости и благодати Иисуса Христа мы можем следовать за Ним и исполнять Его волю, чтобы достигать людей. Я благодарен Иисусу за Его кровь и силу Его слова. Я люблю хвалиться Господом, но я хочу поделиться с вами чем-то важным. Я смотрю через мутное стекло и не знаю всего, что Господь хочет от нас. Многие из вас слышали, как я говорил о линзах камеры и о том, что Господь принесет пробуждение через линзы камеры. Мы знаем, что интернет существует давно, но Господь дал нам идею для церквей, у которых есть экраны, есть Skype, есть возможность показывать трансляции. Мы можем быть здесь, в Кливленде, проповедовать в прямом эфире, даже с переводчиком, и показывать все это на экране в большом селе или городе. Мы ощущаем, что Господь побуждает нас к этому.